Ну, а следующим у нас будет Никитин Максим. Макс! Відразу видно, що постава танцівника. Максим, ну розказуйте, откуда ви к нам приїхали? Я приїхав з Вінницької області, Крижопільський район, село Соколов. Какой? Крижопільський. І ще разочек я покажу. Крижопільський. Ага, спасибо большое. Ви танцуєте, а як давно танцуєте? З пеленок. А що тоді у вас за стиль вот, з пеленочок-то? Барюкався. Барюкався. А зараз зараз також. А зараз, зараз дуже барюкався, тільки вже по-взрослому. Я вам хочу показати Ілью Лагутенка в повному його составі. Ілья Лагутенка, хто це? Поясніть, будь ласка, нашим глядачам. Це такий мужик якийсь, він фантастика, фантастика. Танці танцями, а чим ви заробляєте собі на життя? О, раніше в торговлі працював, водку там виставляв. Там. Ви виставляю, да, мерчі там, да. Мерчендайзером ви були? Да, мерчендайзером, от, да. Видно, что вы тоже работали в этой сфере. Да? Выкладывали жвачки. Да. Возле кассовой зоны. Да. Я пропоную походку на сцену в стиле Ильи Лагутенко. Точно. Точно. Фантастика. Я напил абсент. Это получше. Кисулечка. Страху нет, нет, страху. Я по воде иду, а не по льду. Ты полулёжа улыбаешься, прищуриваешься, пристреливаешься. Бедняжка, ему же больно. Да, что его колбасит, конечно, серьезно. По-моему, он, блин, дилер, но он не мерчендайзер. Валера из Казантипа. Ленты извиваешься. Растягиваешься, приклеиваешься. Тебя вставляет, ты вставляешься. Тебя вставляет. Что? Вставляет? Да, вставляет нормально. Ты вставляешься. Тебя вставляет, ты вставляешься. Тебя вставляет, ты вставляешься. Когда тебя вставляет, тогда вставляешься. Громкость максимальная. Опа, все, упал. Но выкрутился. Да. Не, ну он умеет. Дайте лекарство, человеку плохо. Капельница. Выключите эту хуйню, пожалуйста. Что происходит? Сочувствую.